Основа. Вы можете, смотрите, что делать. Нарабатывать. Ушли, да? И бам. Все, вы уже сделали. Черт, не нарабатывать. Ушли. Бам. Все, здесь опять. Раз. Здесь. Раз. Все, здесь. Ушли. Да. Здесь. Следующее. Смотрите. Раз. Оп. И вот отсюда идет внутренние пулки. Бам. Отсюда. Бам. Вот здесь вот. Как будто вы берете бам, всем телом. Ваша задача вот эту ножку отодвинуть. Раз и бам. Да. Я здесь подыграл, конечно, но на самом деле вот, не пробивая ее, но сдвинуть ее. Вот это сдвинуть. Для чего? Для того, чтобы у нас руки, и мы сразу вышли на... Нам разрешено. Захват здесь разрешен. И удар колен. Это? Вот такая вот комбинация. Давайте мы ее сейчас и сделаем. Мы ушли. Раз, раз. И тут же туда идет удар. Да, а раз отсюда. И смотрите, боковой ударим сейчас. И вот здесь вот, смотрите, лоу-кик. Лоу-кик мы вот с таким штук. Вот, можно несколько раз вот это поделать. Вот она. Вот она. Вот она. Как можно жестче получается удар, вся нагрузка сюда. И смотрите, я после этого беру, о, у меня уходят руки. И коленочка. А раз. Боковой мы ударили, зафиксировали здесь. Нагрузка у нас пошла вон туда. Видите? Здесь. Упор на эту ногу. Он ее уже не поднимет. Да. Мы. Па! Сюда. Ударили. О. Да. И здесь. Опять. Одна рука за голову, вторая за плечо. Когда мы перехватываем, смотрите. Видите, куда мы челюсть прячем? Снизу удар. В голову. Видите? Он может ударить. Однозначно. И бьют, пытаются. Да. То есть у нас вот здесь вот перекрыто. Вот. Когда? Вот мы перекрыли здесь и здесь коленочки. Ос. Пробуем. Смотрите, когда мы бьем, вы бьете куда-то. Нет, мы захватили его, да, захватили. И мы бьем четко в челюсть ему, обязательно в челюсть. Учитесь бить четко. Если я отрабатываю, я обязательно бью в челюсть. Четко в челюсть, а не куда-то в область головы. Нет понятия область головы. Попали в нос, ну что нос, ну разбили нос, но он дальше продолжает. Там, в челюсть попали, оп, все, человек немножко подзаснул. Легкий нокдаун. То же самое боковой, раз. Боковой, обязательно в челюсть. Стараемся бить в челюсть. Когда, если снизу мы бьем обязательно в челюсть. И когда вы нарабатываете, прямо почувствуйте партнера челюсть. Вот она, вот. Я попал здесь, вот и говорю, пум, туда. А когда лапы ставим, смотрите, лапы ставим здесь, не здесь. Голова-то его здесь. Чтобы люди привыкали четко работать в одну точечку. В одну точечку. Катай? Вот здесь вот. Как раз мы под правую ручку делаем. Вот вся комбинация. Под правую ручку. А раз, боковой. 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 Фу. Раз. И колено. Смотрите. А, с этой стороны. С этой, да. Посмотрите. А раз. Боковой. Локти. И вот. Видите? Что я делаю? Я голову убрал, поставил руку сюда. Видите? Амортизатор какой. Не вот так вот. Не вот так вот. Так вот может сработать слабенько защита. А я вот поставил коленочкой. Так сюда. Вот. Да, и руки возле головы. Да, да, да. Так сюда. Вот. Оп. Мы опять двигаемся. Да, опять раз, два, раз здесь. Так сюда. Вот. Я уже здесь перешел.
Понятно, да? Здесь. Амортизатор. Амортизатор. Да? Попробуйте. Готов? Готов, да? Сейчас коленом побуду. Вообще по-другому. Там и боксеры, привычка уже, да? Да, и боксеры проигрывают. Потому что они не привыкли, они привыкли амортизировать, вот здесь руки держать. Здесь все, вот перегруз. Помню Петра Яна, да? Как он работает, это шедевр, да? Просто, у него вот, он везде перекрывается, он амортизирует все удары. Все, оттягивается. Когда? Так лучше, чем вот так же. Да. Так. А когда здесь удар пропускаю, я сам себя нокаутирую. Кости, кости. Кости. Тум, туда. А тут да? Это в Мордове, в Москве там. И что ты такой? Значит, рыцарь, бьем. Да что, говорит, руки вот здесь держите. Я говорю, а ты как держишь? Так. Я говорю, ну смотри, я тебе покажу. Он так руки держит здесь. Я подхожу ему коленом. Он так сидит. Говорит, стоп. Мне, говорит, еще выступать, мне лицо надо. Вот это вот.